Всем привет! Вы смотрите канал магазина XCOM Shop, и с вами Ольга. Сегодня мы будем обозревать очень необычный и стильный роутер от TP-Link. Не переключайтесь. Периодически мы делаем обзоры самых разных роутеров и точек доступа. Ролики вы можете посмотреть на нашем канале. И сегодня у нас еще одна модель. Встречайте! TP-Link Archer Air R5. Роутер стандарта AX3000 или Wi-Fi 6 с максимальной пропускной способностью до 3 гигабит в секунду. Работает в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Скорость передачи данных на 2,4 ГГц – 574 Мбит в секунду. Скорость передачи данных на 5 ГГц – 2402 Мбита в секунду. Мощность Wi-Fi передатчика – 20 дБм. Устройство способно покрыть сигналом крупные помещения, а также подойдет для частных домов и квартир. Можно сказать, универсальный аппарат. Помимо всего, роутер поддерживает технологию Easy Mesh, то есть с его помощью можно построить полноценную Mesh-сеть. Что ж, осмотрим роутер со всех сторон. Дизайн сверхминималистичный, можно сказать, гармоничный. Тонюсенький небольшой аппарат, напоминающий половинку листа А4. Вес всего 300 грамм. Размеры 21 на 14,8 сантиметра. Толщина при этом чуть больше 1 сантиметра. Ничего нигде не выпирает, потому что антенны встроенные. Их 4 штуки. Очень мощные. Ничем не хуже внешних антенн. Они работают по технологии beamforming. Это означает, что каждому подключенному устройству, в зависимости от расположения, подается нужная порция сигнала. Таким образом, у вас всегда будет максимальная скорость, хоть у умного телевизора в одной из комнат, хоть у смартфона в любом другом месте. На внешней стороне мы видим одну единственную кнопку управления. Она же является индикатором состояния роутера. С помощью этой кнопки можно активировать режим VPS, то есть легкое подключение к сети без необходимости вводить пароль. На одной из граней роутера мы видим порты и разъемы. WAN, затем Type-C для подключения питания, скрытая кнопочка Reset и порт LAN. На обратной стороне мы видим клейкое основание MMM для размещения роутера на любой поверхности, а также место под установку крепления на стену. Площадка для этого и сам крепеж идут в комплекте. Также в комплектацию входит патч-корд, блок питания с разъемом Type-C, ключик для сброса настроек и дополнительная пара липучек MMM. Небольшой тест роутера мы проведем в самом конце, а пока расскажу про настройку. Первичную настройку роутера можно выполнить как через веб-панель, так и с помощью фирменного приложения TP-Link Tether. Оно есть как под Android, так и под iOS. Подключаемся к устройству и следуем подсказкам. Все просто и понятно, как и всегда у TP-Link. Если заходить через веб-панель, то тут все то же самое. Есть меню быстрой настройки, в котором можно активировать все ключевые компоненты, а есть более продвинутое меню, так сказать, для профессионалов. Здесь уже можно управлять абсолютно всеми функциями роутера. Есть отслеживание сети, настройка портов и MAC-адресов, IPTV, DHCP-сервер, протоколы IPv6 и QoS. В наличии NAT-переадресация, UPnP, приоритизация устройств и еще много чего. В качестве защиты присутствует несколько протоколов, в том числе WPA3. Помимо всего, есть возможность создавать гостевую сеть, а также отдельную сеть для умных устройств в вашем доме. Есть раздел для настройки Easy Mesh. В приложении TP-Link Tether чуть поменьше функций, но все самое главное присутствует. Простому пользователю будет гораздо удобнее работать здесь. Напоследок мы проведем небольшой тест и посмотрим, как роутер покажет себя в деле. Подключаем аппарат к сети и к интернету. Наш интернет имеет ограничение 200 Мбит. Запускаем спид-тест. Он показывает скорость 172 Мбита. Берем айфончик и уходим подальше, попутно замеряя скорость. В самой дальней точке, приблизительно в 60 метрах, с кучей перегородок, скорость упала до 74 Мбит в секунду. Весьма неплохие показатели для роутера без внешних антенн. На этом наш обзор подошел к концу. Резюме сегодня простое. Компактный, легкий, мощный аппарат
с широким диапазоном покрытия сигнала и высокой скоростью. Да еще и с технологией Easy Mesh. Иными словами, круто! Понравился наш обзор? Приконнектите нам лайк, комментарий и подписочку. Спасибо, что смотрели. Всем пока!